Бюст Виталия Севастьянова разместили на главной галерее неподалеку от выхода из терминала. Для сотрудников международного аэропорта Сочи то, что мы стали носить имя такого замечательного, выдающегося летчика-космонавта, накладывает ответственность на те технологии, на те правила, которые мы применяем по обслуживанию пассажиров воздушных судов. И для нас, для всех, это очень знаменательное событие. Виталий Севастьянов вырос в Сочи, окончил 9-ю школу. Летчик-космонавт неоднократно подчеркивал, что путевку в большую жизнь ему дал именно город-курорт. Во времена своих полетов в космос и потом, будучи государственным и общественным деятелем, всегда помогал родному городу, способствовал его развитию как курорта. Именно он стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории города-курорта Сочи, куда передал в дар более 100 экспонатов из «Звездного городка». По поручению главы города Сочи Капайгородского Алексея Сергеевича в Международном аэропорту Сочи мы открываем бюст Виталию Ивановичу Севастьянову. В том числе гости, жители могут прийти, посмотреть здесь определенные информационные стенды о жизни Виталия Ивановича, а также о развитии аэропорта. Вокруг бюста Виталия Севастьянова высадили растения и установили стенды с биографией космонавта и историей сочинского аэропорта.